Делегация из корейского города Пучона прибыла в Хабаровск. Представители страны утренней свежести встретились с местными властями и обговорили вопросы сотрудничества. Чем полезны отношения между Хабаровском и его городом-побратимом Пучоном, во всем узнаете из следующего сюжета. Ежегодно юные хабаровчане с заболеваниями сердца могут пройти лечение в одной из клиник Пучона. Все расходы берет на себя корейская сторона. Это по-братски, иначе и не скажешь. Такая забота – лишь один из многих плюсов сотрудничества между краевым центром и Пучоном, городами-побратимами. В сентябре приедут опять специалисты, врачи из клиники Сыджон отбирать наших детей на операции. И приглашение пришло на бизнес-форум в Пучон. И кроме этого у нас вопросы по обмену туристическими группами. То есть очень активно идут у нас отношения с нашим городом-побратимом Пучоном. Делегация из Пучона прибыла в Хабаровск в отличном настроении. Во главе Ким Сан Су, начальник отдела социального обеспечения. Он в краевом центре восьмой раз и с каждым приездом удивляется изменениям в городе. Хабаровск – прекрасный город. Мои друзья и родственники знают, что здесь великолепная архитектура и много зелени. Многие уже посетили ваш город. У Хабаровска большой потенциал для туристического бизнеса. Мы очень рады дружить. Также хотим продолжать культурный обмен, чтобы творческие ребята из Пучона приезжали в Хабаровск с выступлениями. И наоборот, хабаровчане радовали нас своими визитами. На встрече отметили, что сотрудничество между городами-побратимами Хабаровском и Пучоном крепнет год от года, да и в целом краевой центр интересует туристов из Южной Кореи. В 2018 году Хабаровск посетило более 38 тысяч гостей из страны утренней свежести. Ирина Фастовец, Павел Игошин, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.